Вода стремительно прибывает в старую часть города Орска. Здесь преимущественно находится частный сектор. Проводится эвакуация сотрудниками МЧС России и другими спасательными формированиями, в том числе областными и формированиями муниципалитета. Вот за моей спиной работает аэромобильная группировка МЧС России из Перми. Они подготавливают лодки для эвакуации жителей. 11-я там. Все. Пошла на 11-ю улицу вода. Время 6 утра. Вот такая обстановка в поселке Мостострой. Вода тоже прибывает. Подошла вплотную уже к первому дому. Вот такая ситуация. Субтитры сделал DimaTorzok.